Очевидное и вероятное сообщение. В Москве появится улица имени Сергея Капицы. Минобр разработал проект указа президента России об увековечивании памяти ученого. В соответствии с документом правительство Москвы рекомендует присвоить имя Капицы одной из площадей или улиц. Профессор Сергей Капица считается родоначальником просветительского телевидения. Он был основателем телепередачи «Очевидное невероятное». Эту программу ученый вел почти полвека. В 2008 году Сергей Капица удостоился специального приза ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения.